Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, группа «А кто поет?» волнует. Поехали, друзья! Ребятки, ну какая картинка, посмотрите, а! Очень красивая музыка звучит, ребятки, так мне нравится. Это вот гитара, этот перезвон такой классный, современный. И там голосочки, слышали, ребятки, как подпевают. Красиво подпевают, ребятки. Все красиво начало, современно, очень нравится, ребятки. Не надо волноваться. Молодой, современный, стильный, голос красивый. Петь будешь, писать будете стихи, музыку будете сочинять. Не волнуйся, у вас это все впереди, ребятки. Красиво все. Старые фото в закате сгорают, показать нам святая. Ребята, музыка красивая, голос красивый, чистый, ребятки. Мне очень нравится, красиво, красиво все звучит. Вообще прелесть. Заживаю, заживаю. Ребятки, не могу не остановить. Ну, красиво поют. Прям очень красиво поют. Молодцы. Красиво музыка звучит. И так стильно, понимаете? Так красиво. Вокально-инструментальный ансамбль как будто играет, ребятки. Ну, сейчас так не называют, конечно, ребятки. Ну, это гитара, это, знаете, прям это чудо, ребятки. Чудо. Но и осталось ничем. Улыбайся мне, как последний раз. И мы вместе напишем рассказ. Ребятки, шикарный трек. Шикарно. Вы прекрасно слышали, ребятки. Стильно, современно, гитара. Мне кажется, душевно. Все. Трек о любви, ребятки. О любви. Красиво очень. Очень красиво. Голос так прям, как соловей. Красивый, чистый, красивый голос. Мои друзья, вот там тоже ваша группа жила, там несколько человек красиво пели. Все вообще так шикарно получилось. Так все. Сладко, вкусно, ребятки. Знаете, как будто вот я, извините, конечно, я вспомнила свою молодость, ребятки. Как будто я на танцах, и там ансамбль стоит, ребятки, красивый, современный, стильный. И тоже эта гитара, перезвон. Ребята, спасибо большое. Спасибо. Я очень благодарна вам, ребятки. Мне очень понравилось. Умнички, профессионально. Продолжайте дальше. У вас талант. Пока, друзья.